Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о турецкой пряже фирмы Lanossa, и серия называется Masal Baby. Эта пряжа является 100% акрилом, в ней 100 грамм 180 метров. То есть пряжа довольно-таки толстенькая. Вот, и является, вот здесь можете посмотреть, написано антипилинг. То есть эта пряжа акриловая эксклюзивная, но также она не поддается изделия из нее кошлатости. То есть не скатывается и в работе очень-очень приятная и нежная. Нет ни грамма здесь скрипучести, несмотря на то, что это акрил. Очень пряжа мне понравилась в работе. Вязала я из нее такую вот лицевой гладью кофточку болеро с длинным рукавом. И, честно говоря, осталась довольна результатом. Также мне понравилась эта пряжа в стирочке. Конечно же, производитель здесь вот рекомендует ручную стирку, как и все остальные пряжи для ручного вязания. Также не рекомендуют гладить, так как это, в принципе, акрил может деформироваться при глажке. Вот, здесь написано спицы использовать номер 4-5, в принципе соглашусь. Для лицевой глади более плотной рекомендую использовать троечку с половиной. Я вязала четверочкой, получилась такая вот слегка рыхлая лицевая гладь, но мне понравилось. Вот, что хочу сказать по поводу пряжи. Очень довольно-таки, скажем, экономный вариант цена-качество. Ушло у меня на кофточку с длинным рукавом, но вот длина болеро, то есть вот так вот под грудь, ушло всего 3 моточка. Я считаю, что для такой пряжи метраж хороший и очень приятная в работе. То есть для тех, кто любит вязать детские вещи и любит не колкие, в общем, вещи, то есть бывает пряжа такая вот неприятная на ощупь, немного колется, то вот как раз-таки это та пряжа, которая 100% вам понравится. Вот, вязать из нее можно не только детям, так как она является гипоаллергенная, но и взрослым. В принципе, такую пряжу я рекомендую, мне очень понравилось в использовании, я думаю, что буду ей пользоваться и в дальнейшем. Подойдет такая пряжа для осенне-весенних вещей, вот, в принципе, для аксессуаров, для кофточек, для каких-то детских комбинезонов, костюмчиков. Очень-очень классная пряжа. Вот, конечно же, не забывайте присоединяться на мой канал, подписывайтесь, не забывайте ставить лайк мне за видео. Хорошего вам настроения, ровных петелек. Пока-пока!